Смотрим повтор. Сам вошел в зону. Вот сейчас пара опасных моментов была в этой встрече. И ХК МВД сравнивает счет. Мощный бросок от синей линии приносит успех милиционерам. Мартин Штрбак. Все под контролем. Что там получилось? Да, подправление было на пятачке. Вот что значит выиграть вбрасывание. Вашечек выиграл вбрасывание себе на ход. Линью любил делать такие штучки. С другой стороны, вины его в пропущенных шайбах нет. Пас Вашечка в нужный момент.